Гонка «Территория героев» проходит в Сарове уже второй раз. В этом году соревнования по бегу прошли в День России на лыжной базе. Участники должны были пробежать дистанцию длиной в несколько километров. На протяжении всего маршрута они встречались с препятствиями, которые для них подготовили организаторы. Сегодня мы первый раз принимаем участие на таком спортивном замечательном празднике. Мы уверены полностью в нашей команде. Мы уверены, что мы 100% доберемся до финиша. И мы 100% победим. Название нашей команды – «Ивент Маньяки». В командах нет спортсменов. Все это обычные горожане, самозанятые бизнесмены, сотрудники компаний. Мероприятие организовывал Центр поддержки предпринимательства. И главная его цель – не только проверка физической выносливости, но и силы духа. Побеждает та команда, которая первой пересекла черту финиша. А значит, ее участники смогли найти в себе силы общаться и договариваться, несмотря на жару и непростые препятствия. Мы хотим победить! После длительного и утомительного забега команды проверили смекалку, находчивость и умение работать в команде. Например, на одной из площадок нужно было с помощью палок поднять мяч, который находился внутри большой коробки с отверстиями. Сделать это необходимо было вместе. Самые разные препятствия в этом году. Мы получали в прошлом году обратную связь от участников. Просили усложнить, мы усложнили. Предприниматели нас преодолевают и бег по пересеченной местности. И исполняют такую композицию, как бёрпи спортивную, перекидывают шины. И логическое испытание, оно проходит за моей спиной. И масса других испытаний, прежде всего преодоление реки вброд в такую жаркую погоду. Это очень здорово. Гонка «Территория героев» – хороший повод выйти из офисов. Вместе провести время на свежем воздухе и сплотиться, чтобы достигать в работе еще больших результатов. Артемий Глазков, Ульяна Крылова, служба новостей «Саров-24».